они проходят ежегодно, уже системно. И вот впервые сейчас к ним присоединились и, так скажем, серебряные волонтеры 55+. Это такое, знаете, такая коллаборация, такое объединение, которое дает дополнительный позитив и смысл, такой движок к жизни, так скажем. Уже 30 лет, ну, и примерно столько же участвую в этой программе. Это не первое соревнование, это получается где-то третье. Ну, каждый раз все интереснее и интереснее. Ролики — это для меня как бы увлечение такое, именно чем я хочу заниматься. А волонтерство — это для меня что-то новое и тоже очень интересно. Проект о том, что взрослые люди встают на ролики также наравне с детками, с особыми детками. И они просто на себе чувствуют, как тяжело деткам, так и тяжело нашим серебряным волонтерам вот именно заниматься этим спортом. И благодаря такой вот компании, которая существует вообще у нас в России, это «Лыжи мечты», это наш региональный центр, который здесь открыт, «Подари ребенку праздник». И благодаря конкурсу «Творить добро просто», который грант мы выиграли, состоялся вот этот вот праздник. Это действительно праздник. Это праздник для детей, это праздник для нас. Это, ну, мы чувствуем, что мы нужны, мы необходимы кому-то. И в этом вот наше, как бы, самое главное –